Всем здорово! Сегодня будет необычная серия. Сегодня мы будем открывать боксы. И не просто боксы, а боксы на всех существующих платформах. На таких как Standoff 2, симулятор кейсов и сайт. Да, я сегодня закину деньги на сайт, посмотрим, что у меня выпадет. Я купил 9 боксов, по 3 с каждой коллекции. Сейчас будем открывать. Начнем с коллекции Origin. Открываем первый бокс и выпадает нам... Выпадает саванна. Ну, чего и следовало ожидать, я не знаю. Мне кажется, в боксах из боксов ничего не выпадет. Окей, Origin Box. Следующий. Выпадает нам Desert Eagle Blood. Такое себе тоже. Так, хорошо. Rival Box. Что ты нам принесешь? И... Ну, такой себе пистолет. Он, конечно, красивый, но он ничего не стоит. Так, запись идет, да, запись идет. Хорошо. Так, открываем следующий. И выпадает нам. Снова блуд. Окей. Так, открываем. У нас следующая коллекция пошла. Так, Виннер. Desert Eagle Виннер. Пока такое себе. Обратите внимание, выпадают одни пистолеты. Так, хорошо, следующий открываем. И выпадает нам... Очередное говно. Честно говоря. Хорошо, еще открываем. И что нам? Тайгер? Ну, это все дешево. Дай мне что-нибудь путевое, пожалуйста. Так. Пилот? Ну такое, с P90 я вообще не играю. Так, Rival Box, давай, не подведи. Давай. Анкомонка. Да, ну конечно, такое себе, если честно. Так, а мы переходим на симулятор кейсов. Standoff 2. Хоп, магия монтажа. Мы перешли на... Симулятор кейсов. Здесь можно открыть различные кейсы, боксы и все такое. Да, прикольная тема. Так, время убить. Ладно, мы начнем с боксов. Также откроем 9 боксов. Что-то картинка неплавная. Вот за это извините. Так, ну выпало уже более-менее. Ну как бы тоже такое себе. Ну сейчас сравним, где лучше дроп будет. Так, крутится рулетка. Что-то реально какая-то она неплавная. Так, ну это понятно, параша. Так, открываем дальше. Что нам выпадает? Выпадает саванна. Ну пока дроп, знаете, такой же, как и был в Standoff 2. Так, открываем дальше. Что нам? Паттерн. Одни паттерны, капец. Сейчас и шансы заодно сравним. Ну, пока такие же шансы, по-моему, как и в Standoff. Так, M4 Pro. Вот это уже все. Вот это уже понятно, где шанс больше. Ладно, посмотрим, что дальше выпадет. Открою также, если что, 9 штук. Чтоб по 3 каждой коллекции, ну, чтоб как в Standoff 2 было. Ни больше, ни меньше. Так, следующий открываем. Выпадает нам... опять пилот. Прям все тебя ждали. Так, следующий. Что нам выпадет? Ай, беспонтовый дробовик. Так, я уже сбился со счета. Это уже какой бокс? По-моему, последний. Так, ну сейчас посмотрим. О! Ну все, здесь уже все понятно. Подкрутка. Ага. Лучше в Standoff 2 он выпал. Хорошо, теперь смотрим, сколько и чего нам выпало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все. Ну вот такой вот дроп у нас получился тут. А мы переходим на сайт. И это сайт MyStandoff. И это как бы не реклама, мне не платили. Я закинул свои бабки и посмотрим, что выпадет. Открываю кейс анон. Стоит то ли 38, то ли 39 рублей за штуку. И что выпадет? Что? Ну... Понятно все, сука. Так.
Короче, я психанул и закинул еще сотку. Да какой сотку? Там получается даже больше. Сейчас посмотрите, что здесь может выпасть. И мне выпало 3 дигла, да. Вот, один кейс стоит 38 рублей. Так. Рулетка. Крутить. Ой. Блин, это лайф-лента, не туда смотрю. Ладно. Что нам выпадет? Так. Вот это уже неплохо. 157 рублей окупились. Но если считать то, что я еще до этого сотку закидывал, мы ушли в минус на 50 рублей. Так. Хорошо, открываем еще. Может, еще раз повезет? Так. Выпадет. Что нам выпадет? И выпадает нам... Дигл. Ну, если видишь дигл вдалеке, понятно уже, что выпадет как бы. Ладно, открываем еще. И выпадает. Сейчас посмотрим, что нам выпадет. Я уверен, что дигл. Я прям вангую. Смотрите. Чекайте. Дигл, ты где? Дигл. Ну, конечно. Ну, тут все понятно. Как Николаш-то? Конечно, дигл. Да нахрен ты нужен? Остается 9 рублей. Ага, так. Диглы мы, наверное, скрафтим. Сейчас попробуем скрафтить. Так, сейчас самый низ пролистаю. Блин. Так, и что, карбон только? Там же шанс маленький будет. 50% шанс. Капец, конечно. Ладно, улучшаем. Угу, спасибо. Блин, так, выбрать скин на. Так, карбон снова. Так. Угу. Нажимаем улучшить. И... О, спасибо, 4 рубля плюс. Хм, что делать? Снова улучшать. Блин. Вот сейчас я в ступор впал. Сколько шанс? 80%. Да, давайте попробуем. Спасибо. Угу. Спасибо. Ладно, делаю грязь, делаю контент. Я продал этот MP7. Сейчас мы откроем еще кейсиков. Я надеюсь, вы не против. Но я знаю, что вы не против. Вам же интересно. Так, открываем. Оно вернулось. Так, на 4 хватает. Хватает. 166 рублей, кстати, на балансе. Давайте открываем. Посмотрим, какой шанс. Из 4 рулеток я уверен, что сейчас 4 из них будут диглы. Смотрим, что выпадет. Выпадает. Раз дигл, два дигл, юсп и дигл. В итоге мы получаем... Блин, не отобразилось. Ну, такое тоже. Кстати, у нас еще вот на этот кейс... Блин. А хватает же. А чё, почему так? Что за ошибка? Короче, ограничение. Я понял. Ладно. Так, у нас хватает. Хватает. У нас на рарный кейс должно хватить. Да, сейчас откроем рарный кейс. Так, давай, открыть. Рулетка крутится, ЛВХ мутится. Дай нам что-нибудь путевое. Так. О, статрек. А, понятно, хал выпадет. Между двумя статреками. Спасибо тебе, сайт. Ну, как бы вот. Короче, с меня хватит. Я сейчас этот юсп выведу. И все. Нафиг, мне кажется, хрень выпадет, если я его продам. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи. И всем пока.